как же хорошо проснуться ранним утром, понять, что тебя похитили и что нифига хорошего в этом нет. Привет, Марш. Я хочу сыграть с тобой в игру. Если игра называется «Угадай, кто находится под маской», то я даже готов сыграть на бабки. Ты никогда не ценил дружбу, и сейчас ты за это очень дорого заплатишь. А я думал, что наша дружба — это уже расплата за грехи всех моих предков, начиная с динозавров. Если ты обратишь внимание, то рядом с тобой стоит канистра с бензином. Предлагаешь мне обнюхаться им, чтобы мы были на одной волне? А с другой стороны стоит сэр Морковка и жонглирует бензопилами. Чтобы не рисковать, я, пожалуй, воздержусь от своих фирменных сексуальных движений. Как только это видео закончится, Морж, ты должен дотянуться до канистры и кинуть ее в сэра Морковку. Причем так, чтобы одна из его бензопил перерезала канат и освободила тебя. А можно я лучше дотянусь до телевизора и переключу на какой-нибудь менее тупорылый канал? У тебя есть ровно одна минута, чтобы сделать это. А если не успеешь, то до конца жизни я буду смеяться тебе в ухо вот так. Игра началась. Ты победил, Морж! Ты победил! Я так и знал, что это какое-то кидалово. Сейчас, когда реклама перестанет загораживать половину экрана, вообще заебись будет. Это чё, опять ты, блядь?